Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья, сестры, друзья, слушатели. Приветствую вас именем нашего Спасителя Иисуса Христа. Слава Ему. Я хотел начать с вопроса, который очень важен для каждого верующего, для каждого человека. Что сегодня ты ищешь? О чем ты сегодня помышляешь? Где ты сегодня находишься? Эти вопросы, они нам нужны для того, чтобы мы могли разобраться и понимать, где мы сейчас, какие наши отношения с Богом, что нам нужно изменить, чтобы проанализировать свое сердце, и что нам нужно улучшить в нашей жизни. И вы знаете, я понимаю, что для каждого человека очень важно найти и сохранить. Когда мы что-то с вами находим, и мы понимаем, это радость для нас. Это радость какого-то приобретения. Дорогие, Бог хочет, чтобы мы искали Его лица, искали отношения с Ним и имели эту радость приобретения, потому что это то, что дает жизнь. И Матфея 6:33 написано: «Прежде всего ищите Царствие Божие и правду Его, и остальное все приложится вам». Смотрите, Бог учит нас искать что-то особенное. Он учит нас искать не того, что ищут язычники, не того, что мы когда-то с вами искали, а Бог учит нас искать Царствие Божие. Царствие Божие и правда Его – это Слово Бога, которое нам открывает правду и учит нас жить праведно перед Его лицом. Но Бог знает, оставив нам этот стих, что нам свойственно искать что-то другого. Нам свойственно искать то, что удобно для нас. Нам свойственно быть в лучшем месте, в лучшей квартире. Нам свойственно иметь хороший ремонт, лучшее, чем у моего ближнего. Нам сегодня хочется решить политические вопросы, остановить войну. Нам хочется сегодня решать разные глобальные вопросы, но мы не должны этого делать. Мы этого не сделаем. Мы не сможем это сделать, мы не сможем изменить ничего. Поэтому Бог говорит: найди и сохрани. Найди и сохрани Царствие Божие и правда Его, которая тебе даст приобретение в жизни, и ты будешь иметь этот мир и счастье. Это нужно сохранить. Бог знает, что нам, людям, свойственно что-то искать. И если смотреть на Слово Божие, оно нам четко говорит в Римлянам 8 главе, с 5 стиха написано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Дорогие, когда мы ищем Царствие Божие, мы о духовном помышляем, мы помышляем в духе о Боге, ища Его лица. И смотрите, дальше написано: «Помышления плотские – суть смерть». Нету смысла, дорогие, когда мы помышляем о плотском, о решении глобальных вопросов, есть смысл помышлять иметь духовное помышление, которое является жизнь и мир. Бог нам дает жизнь и мир. Он хочет, чтобы мы были живые, чтобы у нас был мир в наших сердцах, мир с Богом, мир в наших отношениях с нашим Спасителем. И дальше он расшифровывает: потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Дорогие, смотрите, Бог расшифровывает это все. Он говорит нам, что нету смысла, ты не можешь быть настоящим, если ты живешь плотской жизнью, если ты помышляешь не о Боге, ты помышляешь о достижении чего-то для себя, тогда ты противишься перед Богом, и ты угодить Ему не можешь. И приходит смерть. И духовное, может быть, и физическое. Дорогие, поэтому Бог и говорит: найди и сохрани Царствие Божие. Прежде всего ищите Царствие Божие и правда Его. И остальное приложится вам. Бог хочет, чтобы мы соблюдали Его Слово, заповеди Его. И заповеди Божие на иврите, они означают узел. То есть будь связанный в узел с Господом и получишь свободу. Потому что Бог сказал, чтобы наше сердце, оно было направлено к познанию Бога, к богоисканию. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Так сказал Бог. Нам не нужно ничего искать.
кроме Царствия Божия и правды Его. И это даст нам жизнь. Найди, дорогой брат, сестра, друг, и сохрани. Если ты еще этого не имеешь, то вникай в Слово. Занимайся всем постоянно. Написано, спасешь себя и слушающих тебя. Найди и сохрани это Слово, эту правду, которую оставил Бог тебе и мне. Не надо тебе думать и помышлять о том, что не является Божьим. Тебе нужно помышлять о том, что является жизнью и миром. Пусть Бог тебя сохранит, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра. Слава нашему Спасителю, что Он нам дает эту свободу жизни в Иисусе Христе. Аминь.